меня возлагались большие надежды как на кардиолога, поскольку у папы было нездоровое сердце, и вот хотели, чтобы я спасала всех родственников многочисленных. Вот, ну, немножко не успела я спасти своего отца. Была на четвертом курсе, когда он умер, не вынес кардиологическую операцию на сердце. Для меня медицина – это возможность помогать людям, возможность улучшить их качество жизни, учитывая нашу особенность нашего отделения. Это преимущественно пожилые люди. Мы и добрым словом помогаем, и медикаментозно помогаем. Патология сердечно-сосудистой системы в последнее время стала молодеть. Для нас уже совершенно не новинка видеть больных, чаще мужчин в возрасте 30, иногда и моложе лет, у которых есть уже проблемы с сердцем, у которых повышенные цифры давления. С такими больными приходится проводить более сложную работу, поскольку слишком тяжело, особенно мужчинам, молодым, признать себя больными, принимать какие-то препараты. Для них это немножечко морально сложно.